Сегодня у меня был спа-день. Итак, что же я делала такого необычного? Во-первых, я использовала вот этот замечательный боди-вош для гель для душа. Итак, чем он отличается? Он отличается тем, что здесь нету ни фталатов, ни сульфатов, то есть вот никакой каки, которая есть в масс-маркете обычном. И вы знаете, как это ощущалось? Это удивительно ощущалось. Я даже не думала, что вообще как-то может так ощущаться, да? Кроме того, что знаешь, что есть вроде разница, что есть там в масс-маркете плохие вещества. Ну и раньше я пользовалась плохими веществами, да, вот все эти сульфацил, лаурис сульфат, да, и вот эти все. Мылась, и вроде как нормально было. Вот купила это. И первый раз помылась. И я ощутила огромную разницу. Вот такое ощущение, если раньше, теперь в сравнении я это понимаю, что если раньше я мылась и сейчас, то я почувствовала громадную разницу между тем средством и этим. И как оно ощущалось? Вот тут ощущалось ощущение легкости, какой-то жизни. Вот какого-то вот, вот прямо как будто ты моешься, и ты ощущаешь, как вот тебе легко становится, тебе энергии прибавляется, какой-то жизни прибавляется, какое-то вот такое вот, что-то вот движение. И когда я сравнила с тем предыдущим средством, которым я мылась, обычного масс-маркета, да, из магазина Lidl, то я прямо увидела эту четкую разницу, что там такая тяжесть, там какая-то структура на тебя наваливается, там как-то мозги затуманиваются, не знаю. Вот такое ощущение, что ты попадаешь в программу, да, или, как говорится, в эгрегор, не знаю, вот куда-то туда, и тебя уносит. И это очень разница большая. Поэтому сейчас я только за натуральные средства, обожаю дотеру, потому что она не использует никаких как. Только натуральные вещества. Под каками я подразумеваю все те химические ингредиенты, которыми полны масс-маркет и которые канцерогенны, влияют на мозг, в общем, разрушают наше здоровье. Да? Следующее, что я такого еще делала. Обожаю эту маску. Это маска глиняная, запах у нее шикарный, с эфирными маслами. Не знаю, мне очень нравится вот такой у нее цвет, да. То есть, куда я ее наношу? Конечно же, лицо, шея, зона декольте и подмышки для детокса и очищения. Использую для себя, для дочки и для мужа, поэтому она у нас очень в ходу. Следующее, что я еще сегодня делала, я получила первый раз дотеровский шампунь. Ну, надо сказать, что я его когда открыла, аромат, о, это тоже с эфирными маслами, здесь лайм, и он, ой, да он такой вкусный, его съесть хочется, он очень довольно, он очень густой, и там такие маленькие золотые, как это, такие капельки, да, внутри. То есть хватило буквально небольшую, вот столько приблизительно, такую вот пляшечку, да, я положила на голову, чуть-чуть воды и очень хорошо быстро размылилась. Достаточно одного. Опять-таки без всякой каки, да, то есть очень хороший, с кучей эфирных масел. Здесь у нас и лайм, и дикий апельсин, и вот это... Как она называется? Это каша. Каша, вот. Не помню по-русски слово, забыла. Следующее у нас тут... Тут нету никаких таких страшных, плохих ингредиентов, да? Сейчас я еще смотрю, что тут. Пептиды здесь, да? Пептиды. Ну, в общем, очень мне понравилось, очень рекомендую, если вы хотите ухаживать за своей головой, потому что что, когда мы моемся в теплой воде, что у нас происходит? У нас очень быстро идет впитывание всяких, всякой химии нехорошей, поэтому
Переходим на натуральное, да, не токсин. Следующее, это кондиционер. Вообще, я кондиционеры не люблю. Но вот этот, во-первых, мне очень понравился. Опять-таки, у него вкус немножко с мяткой. То есть здесь, опять-таки, у нас с эфирными маслами. И здесь у нас куча эфирных масел на самом деле. Сейчас я скажу, что тут есть у нас из эфирных масел. Кедр, седрус, кедр, лаванда, орегано, розмарин, эвкалиптус, еще какое-то, не знаю, как перевести, кананга, лайм, лимон, то есть тут тоже и авокадо, то есть большое количество эфирных масел тоже. Очень-очень приятные волосы стали такие вот мягенькие. Ну и, наконец, я еще вот такую штучку купила. Это серум, называется от корней до концов волос. Его вот прямо так пшик-пшик-пшик мягко разносишь и потом на низ. И здесь я уже, к сожалению, не увижу. Очень маленько напечатано. Но он тоже с мятой. Очень такой приятный, освежающий. И, конечно же, что я заметила? Я заметила, что волосы расчесывать было очень легко. То есть, если я раньше использовала обычную масс-маркет, да, шампунь и кондиционер, все, что у меня было, то расчесать волосы было тяжковато после того, как их помыл. То сейчас вот с этими тремя средствами расчесывать легко. А самое главное, ими так приятно мыться, такой кайф испытываешь. Вот это накладываешь, эта структура, она приятная, запах, такой аромат, все легко, быстро вымывается, да. Ощущение вот действительно притока энергии и легкости очень четко я отметила по сравнению с тем, что вот в масс-маркете. В масс-маркете вот прямо ощущение тяжести, ощущение какой-то, не знаю, как будто бы тебя в клетку какую-то засунули, вот какую-то программу на тебя, не знаю, там поставили, да, как будто бы вот ты куда-то тебя вот что-то с тобой сделали, отключили от энергии, обесточили и посадили в клетку. Вот такое ощущение было. То есть настолько энергетически сильно работают вот эти вот химические ингредиенты, и насколько громадная разница с животворящими эфирами, эфирными маслами, чистейшими, натуральными, без всякой химии и без всякой, как я говорю, каки. Поэтому пользуйтесь, девочки!